Причина отказа лоукостера Ryanair зайти в Украину в отсутствии единой стратегии авиаперевозок, а не в слабой переговорной позиции Киева. Об этом сообщил глава Кабмина. По словам Владимира Гройсмана, он привлек к решению вопроса инвестиционный офис правительства, аэропорт Борисполь и Министерство инфраструктуры. Последнему поручил разработать стратегию развития аэропортов. И теперь, по словам премьера, необходимо достигать договоренностей на взаимовыгодных условиях и для государства, и для авиаперевозчика.